Добрый день всем. Очень рад сегодня поделиться с вами из Слова, из Писания, Слова Божьего. Хочу поделиться одной историей, одним случаем, который случился с Иисусом Христом. Для меня в последнее время это было самым таким ободряющим местом, которое показывает мне, что значит быть христианином. Это место из Евангелия от Марка, 2 глава, с 14 стиха по 17. «Проходя, увидел Иисус Леви Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: „Следуй за мной“. И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: „Как это он ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Услышав сие, Иисус говорит им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Что мне самое интересное нравится в этой истории, в этом случае, это то, что здесь Иисус подходит к Левию, к Матфею, к его будущему ученику, и, который все имеет в жизни. Он сборщик налогов, он все имеет в жизни, но что-то ему не хватает. Иисус приходит к нему и говорит: «Следуй за мной». И как только Матфей, как только Левий следует за Иисусом Христом, сразу в следующем же стихе мы видим, что они, Иисус Христос и все ученики, и мытари, и грешники собираются в доме Левия. Для меня такой пример, что Левий, как только он стал учеником Иисуса Христа, как только он последовал за Иисусом Христом, он пригласил всех своих друзей, соработников, неверующих к себе домой, чтобы познакомить их с Иисусом Христом. Мое пожелание для каждого из нас, для каждого из вас, дорогие друзья, чтобы мы открывали свои сердца, свою жизнь, свои дома, свои parties, свои мероприятия не только для людей, которые верующие, но для людей, которым еще нужно познакомиться с Иисусом Христом. Спасибо, благословение.